Следующий наш докладчик. Доктор Лосев Борис Георгиевич на животрепещущую тему. Животрепещущую. Об отношениях мужчины и женщины. Да ты что, Борис, как ты мог? Так, ну, как спасибо, спасибо, Лизочка, что Боря, представила. Я тебя не узнаю. Боря, тема действительно животрепещущая, потому что, ну, уже, наверное, сотни лет, в принципе, об этих отношениях говорят, поэтому все трепещет. Как только начинаешь эту тему поднимать, все начинает трепетать, по идее. У кого? И у мужчин, и у женщин. Да? Поэтому об отношениях перестают, в принципе, то говорить. А отношения, в общем-то, довольно-таки они интересные. Они тоже трепещут. Интересные, да, они вот так вот тоже трепещут. Так вот, начнем с того, да, что Бог сотворил человека, и, соответственно, сотворил мужчину и женщину, их, то есть. И вот когда там уже, собственно, вот эти сюжеты творения мы видим, в общем-то, в сценарии или в сюжете о рае, что, собственно говоря, там Адама вначале сделали, потом из ребра, в общем-то, эту Еву, как помощницу и так далее, все это я называю козлиные выдумки. Козлиные выдумки. Да, козлиные выдумки. Почему? Ну, вся Библия, в конечном итоге, это козлиные выдумки. Боря! Ну, поэтому людям нравится. У нас ты что, хочешь? Кому нравится читать Библию? Мы категорически против, друзья. Против, да? Против. Мы против, ладно. Ладно. Баба-Яга против. То есть, ну, я конкретно сказал о Библии, хотя смысл слова Библия на сегодняшний день никто не знает. Хотя, допустим, вот, Лиза, как по-английски люди? People, да? Да. Пип. Ну вот видите, people и Библия, да? То есть это люди, это фактически писанина для примитивных людей, на самом-то деле, по идее. Поэтому моя прошлая лекция о Вавилонской блуднице, я уже сказал, что это речь была о заблуждении, речь идет о заблуждении человечества. То есть человечество упало в ошибочные понимания и представления. Почему? Потому что находится на коммуникативном языковом уровне. А теперь, в принципе, выполняю пожелания Николая Михайловича. Ну и скажу наконец-то, он просил на прошлой лекции, да? Трепещущее. Это трепещущее, действительно. Вот Бог, да, вот определение. Я сказал, что Бог, если мы берем просто корень, да, вот этот ХББ, значит, это, в принципе, то любовь. Отсюда, кстати, губы. Это, кстати, Бог и губы, фактически, это однокоренные слова. Так вот, если мы говорим уже в более широком смысле, Бог – это объект познания. Это цель. Отсюда человек. Человек – это тот, кто связанный с Богом. И я уже говорил на прошлой лекции, что, соответственно, человек и раб Божий – это синонимы, это то, что связано с Богом. А если человек связанный с Богом, значит, мы говорим о так называемой троице бытия, которую составляет Бог Отец, Сын Божий, Христос и раб Божий, человек. То есть, если мы говорим, в принципе, о человеке, мыслим Бога. Если мы говорим о Боге, мыслится человек. Другого не может быть. Другого просто не может быть не в голове, не по может. Определению. Поэтому, хорошо, отношения насекомого я и читаю, Бога, я читаю, я читаю или лекцию. Или рептилии и Бога. Ну, все, потом, вопросы потом. Я прочитаю лекцию, и потом будете задавать вопросы. Так вот, если мы... Блин, но я же вам не мешал. Мешали очень сильно. Вы два часа языком здесь мололи, я вам не мешал. Очень сильно. Так, Очень сильно мешал. Не, вы от меня ни одного слова не услышали. Боря. Так вот, если мы говорим вот, в продолжении того, о чем говорили, что человек не может быть животным. Почему? Потому что после вселения вот этой троицы становления произошло преображение животного в человека. Почему? Человек стал божественной сущностью. Поэтому говорить об эволюции, инволюции, что там кто-то от кого-то произошел, ну это просто некорректно. Человек есть человек, обезьяна есть обезьяна, она имеет свой генотип, она имеет свою программу формирования
плоти и так далее, и так далее. Кстати, как вы говорите, членистоногие, соответственно, тоже имеют свой генотип, микроорганизмы, свой геном и так далее, они формируются на основании вот этой это информации, это уже это языки, хотим мы этого или нет. Да, геном это язык, это вот ученые придумали, вот гены, и целую науку создали, и фантазируют, воображают, генетика у них, и крутятся, представляешь, десятки институтов на этом паразитируют. Мужчины и женщины, Борис Георгиевич. На этом паразитируют. Так вот, мужчина и женщина. Ну, начнем, продолжаем. Смысл слова мужчина. Вот мне как-то спрашивали, а ты можешь сказать смысл слова мужчина и смысл слова женщина? Или, допустим, супруг и супруга. Это кто же? Откуда эти названия? Или, допустим, мэм, да, где? Это англичане, мэм. Сэр и мэм. А чего это такое? Почему появились вот эти вот названия? Да, они коммуникативные, но они имеют определенный смысл. То есть не просто так появились названия. Люди не хотят, в общем-то, переходить на так называемый смысловой уровень. Почему? Ну, начнем с того, что это нужно, ну, самому немножечко понапрягать мозги. А оно не хочется, лучше брать готовенькое. Ну, а наши ученые, так называемые, ну, по крайней мере, за последние 200-300 лет, вообще своими мозгами ничего не создали, а занимались компиляцией и плагиатом. И друг перед другом вот это свои голые жопы показывают, мозолистые, которые они десятилетиями нара, и начинают там умничать друг перед другом, понимаешь? Так вот, мужчина, да, вот у нашего гения русского, Вашкевича, четко написано, мужчина – это тот, кто жмет. А женщина, это от слова ген, та, что рождает. Кстати, супруга. Кстати, супруга идет от корня ферегэ. Ну, тут идет прыгать, то есть много корней, которые, собственно говоря, связаны с этим. Прыгающий, кстати, пирог и многие другие вещи. Собственно говоря, то есть, если брать корень, то это органы половые. ФРД – это орган, половой орган, мужской, соответственно, и женский. Если мы берем сэр, если мы берем сэры и мэмы, то понятно, мэм – это мама, и никуда мы тут не денемся. Ну, а сэры – это мудрость, это голова. Сэра. Ра-аса. Если мы берем в обратном прочтении ра-аса. То есть это голова, в принципе. И если вот так вот посмотреть в разных языках вот эти названия и мужчин, и женщин, то, в принципе, все сводится к одному, что это связано с сексом, да, соединением мужского и женского начал. А теперь немножечко вот из вопросов отношений я немножко о числовом кодировании. Многие говорят, вот, значит, у нас женщину эксплуатируют, она бедная, несчастна, она действительно забитая у нас, несчастна. Почему? Потому что рабство не только социально, рабство внутрисемейное. Мужики себя возомнили, что они там какие-то козырные, у них мозги работают, что они такие какие-то умные. Хотя, я вспоминаю в школе, да, вот у нас где-то, вот класс был, так, и учились хорошо девчонки. Но я был исключением. Но ребята так вот посидели там, мямлили, там, что-то там языком мололи. В институте та же самая ситуация. И вдруг, выясняется, после окончания института, вдруг все преображаются. Тут гениальными становятся, умными, с претензиями становиться президентами, министрами, не имея абсолютно никаких отношений. То есть знаний нет. И вот начинается вот этим анонизмом заниматься. Я там много тружусь, я там читаю. А когда, ну это могут между собой, да, вот между собой там собираются дебильчики, да, и вот начинают между собой там что-то рассказывать, какие они умные, какие у них там открытия. Я говорю, покажите мне, я не беру технические, да, если я говорю об открытиях каких-то, я говорю сугубо о гуманитарных вещах. Вот появился Вашкевич, который там за 500 лет чего-то какое-то открытие в плане языка сделал, остальные на нулях. Ну просто, я пересмотрел дореволюционных авторов, пересмотрел современных советских, плагиат, сплошной плагиат. И этим людям не стыдно. Вот что интересно. Не стыдно.
Они себя называют творческими работниками, креативами. Да какие креативы, если так вот проверить, то нужно каждого в тюрягу, это ворюги. Нужно каждого сажать в тюрягу. Борис Георгиевич, почему? Давление поднимается. Потому что они воруют, они интеллектуальные воры. Это, кстати, похлеще, чем просто труд литкой забирать, используя свою власть. То есть это ворюги. И вот у нас говорят, а что сейчас делать? Вот в такое положение мы вошли. Да извините меня, вы сами это все создали. Вы, говорю, создали вот этот бардак в государстве. И вы не двинетесь с места никуда. Вот, кстати, был вопрос. Вот вы, Борис Юрьевич, скажите, а что делать? По-моему, в прошлой лекции я сказал. Пока мы не перейдем на смысловой уровень языковой, мы с места никуда, никогда не двинемся. Пока мы не перестанем брехать, врать, никуда мы с места не сдвинемся. Вот так будете с дружкой, вот так вот собираться, ни о чем. Вот ты посмотри, вот какой я умный, там что-то будет рассказывать. А что рассказывать? Ты никто, ты был никто. Ты этим никто, ты был приматом. И приматом остаешься. И будешь приматом мужчины дальше. Женщины, давайте, мужчины и женщины. Так вот, мужчина. Мэн и сэр. Так вот, значит, некоторые, особенно женщины. Вот, женщина, это вот женское начало, я говорю о мужском и женском начале, единство мужского и женского начала. И вдруг женщины, мы женское начало. Сразу могу сказать, не является женщина женским началом, а мужчина не является мужским началом. Они являются носителями этих начал. Так вот, женским началом является яйцеклетка. А начало мужским – сперматозоиды. То есть, началом являются половые клеточки. Они что, как инкубаторы? Они кодируются, половые клеточки. Женское кодируется числом 1, как женское начало. А мужское начало кодируется числом 4. И это составляет, в общем, так называемую божественную пятерицу. А каким числом кодируется мужское и женское начало? Вернее, мужчина и женщина. Носители, да, соответственно, начал. Это средства, это носители женского и мужского начала. Они кодируются, соответственно, числом 4, вернее, числом 3. Это женщина кодируется числом 3. А мужчина кодируется числом 2. И составляют вот они... Вот составляют вот мужчина, половые клетки мужчина и женщина, и составляют они так называемую божественную пятерицу. Значит, отношения, ну, будем говорить, за несколько тысяч лет между мужчиной и женщиной сложились очень, очень серьезные. Ну, по крайней мере, чем примитивнее человек, тем больше, то есть вот когда он перестает уже работать мозгами, а осуществляет имитацию, вроде у того, что так он чего-то что-то познает, что он чего-то там читает. На самом деле идет имитация. Ну и потом, уже несколько тысяч лет, вот эти мужички, обладающие физической силой, ну, это их биологическая особенность, они под себя подмяли всех женщин. Просто-напросто. И это привело к тому, что в интеллектуальном отношении мужчины перестали вообще-то развиваться. Вот вы там говорите о какой-то деградации. Да какая там деградация, духовная или там не духовная? Я думаю, что человек по своей сути является духовным существом. И что это он должен деградировать? Другое дело, да, на каком он языковом уровне находится. Если он находится на коммуникативном уровне, я уже говорил, это цивилизация вавилонской блудницы, это цивилизация лжи, это цивилизация блуда, это цивилизация ошибочного понимания и, соответственно, представления. И никуда вы не едете. Можете все что угодно там на меня говорить, можете там критиковать, писать. Вот в комментариях там всякие придурки там, в общем-то, начинают там говорить, это, какой внешний там, или у меня нос красный, или там я красный. Но никто о содержании не хочет уговорить. Да, ребята, если вы считаете, что я что-то не так говорю, пожалуйста, выступите и скажите, а что не так? Так вот, да, закабалили женское существо и превратили, в общем-то, рабыню в квадрате. Я уже на прошлой лекции говорил, что цивилизация вавилонской блудницы характеризуется рабством.
То есть, что сделали на самом деле эти ребятки? Вот, допустим, определенных гибридиков, да, или гебров, да? Вот я называю, это первые представители, условно, которые отреклись от Христа и стали богоборцами. И, соответственно, вот они придумали так называемые религии все. Для чего? А для того, чтобы вот эту нивелировать божественную сущность человека. Ну, невыгодно вот этим уродам, которые, условно говоря, занимаются насильственным изъятием труда, ну, невыгодно им говорить о божественной сущности человека. Религия, ни одна религия не говорит о том, что человек есть божественная сущность, что человек неотделим от Бога. Что говорят? Неотделим от Бога. Но не говорят они, что цивилизация вавилонской блудницы и цивилизация Великой Дамы или Божественный мир – это порождение человека. То есть, если не будет человека, не будет этих понятий и представлений. Но вот не хочется так, понимаете? Вот хочется там пофантазировать о Вселенной, о том, что ты там с кем-то контактируешь. Да извините меня, человек постоянно, в постоянной связи находится с Богом. Нет, Богом не человека, человеком не Бога. Да, в принципе, в этой Троице, поэтому это промысел Божий, Бог определил функциональную особенность человека, он является субъектом. Вот возникает вопрос, а смысл слова субъект и смысл слова объект? Вот элементарный вопрос задаю, и вот начинаю, ходить там, и так далее. Так вот сразу объясняю, что такое субъект и что такое объект. Да, вот Бог является объектом, то есть является целью, является объектом познания, ибо он сотворил человека для того, чтобы тот его познавал. Вот для чего эта Троица сделана. Если человек не осуществляет вот эту свою познавательную функцию, то он превращается в примитивного человека. С коммуникативными значениями это сделать нельзя. Так вот, объект, смысл слова объект – это цель. Смысл слова субъект – это то, что принадлежит цели. Если объект – это, условно говоря, женское начало, то субъект – мужское. Объект пассивен, субъект активен. Субъект принадлежит объекту. Вот если мы берем пример, да, яйцеклетка и, соответственно, сперматозоиды, то здесь, в принципе, яйцеклетка одна, а сперматозоидов миллионы. И сперматозоиды двигаются к этой яйцеклетке. Почему? А потому что они принадлежат. Так вот, образуя, когда они соединяются, в принципе, когда осуществляется зачатие, и из этих, в принципе, клеток, да, у которых половинный набор хромосом, они объединяются, образуется так называемая зиготка, 46 полный набор. И вот здесь возникает стимул к жизни, то есть фактически православие – это жизнь. И он начинает мне рассуждать о жизни, да жизнь – это то все. Да не знаете вы ни хрена. И начинает, жить, то живое, то не живое. Если есть соединение мужского и женского начала, есть жизнь, вся вселенная православная. Другого простого нет. То есть вся вселенная – это соединение мужского и женского начала в различных его формах. Вы просто другого никогда, нигде не увидите и не найдете. Вот и все. Так вот, объект – это то, что принадлежит кому принадлежит субъект. Это неотделимые вещи. В этом-то и заключается, в принципе, смысл. Так вот, я в словарях решил посмотреть. Но дается определение. Вы посмотрите. Я же не просто, вот если я вам говорю, пожалуйста, посмотрите. Определение отношения. Вот я посмотрел, не дают. А что это такое отношение? Я уже не говорю, чтобы отсюда становится, если ты понимаешь, что такое отношение, отсюда сразу начинаешь понимать, субъект, объектное отношение. Есть это отношение или нет? А у нас путают, то есть получается, что отношения имеют различные значения. Можем говорить отношения, там, допустим, пространственные, там, отношения временные, отношения причинные и так далее. Но это не будет объектным отношением. Это нужно различать, это нужно понимать. Так вот, пока мы не разберемся, да, со смыслами слов, пока мы не перейдем на вот этот уровень, а перейти на этот уровень, пожалуйста,
У Вашкевича 12 книг, пожалуйста, читайте, понимайте и разбирайте. Если вы не читали, если вы других читаете, ребят, это ваши проблемы, ребята. Вы ищете для себя то, что для вашего сознания адекватно, то, что вы воспринимаете. Я, допустим, начиная с 20-х годов, вот это все дерьмо перечитал, и мне это мне не интересны Рерихи, мне не интересны там Блаватский, мне не интересны там Бизанты. И так далее, вся эта шушера, они мне не интересны. Эти ученые мне, так называемые эзотерики, что я эзотерик. Да смотрю, там одна из Ильина. Какой ты эзотерик, ты дерьмо вонючий. Я эзотерик, я оккультист, я носитель ведических знаний. Можно задать вопрос? Мы знаем, как... Какие ведические знания? Я говорю, ну расскажите мне хоть об одном ведическом знании. Ведические знания. Я ведист. Я ведистка. Давайте определение прочитаем. Я не буду. Определение. Что? Чего? Ты говоришь, нет определения отношений. Так вот. Есть. Так вот. От, отношения, отношения. Это женское. От женщины. Связь. Или взаимодействие отношения. Людей. От Сам. Женщины. От женщины. То есть, условно говоря, причиной является женское начало. Сперматозоиды двигаются к яйцеклетке. Потому что они связаны вот этой программой. Они принадлежат этому женскому началу. От женщины идет субъект-объектное отношение, но не от мужчины. Если мы молимся там справа налево, то, соответственно, здесь тоже связь определенная. Но это уже тема другой лекции, другое дело. Так вот, когда я посмотрел, значит, нам даются числа от 0 до 9. И вот интересная вещь, я уже говорил, да? Нулем 0. Ну, дело в том, что многие вообще отрицали ноль. Допустим, знаменитый так называемый Пифагоришко, а я его по-другому назвать не могу. Пифагоришко. И вот тут рассказывают, люди ленивые, да, ленивые приматы, вот не хотят мозгами работать. И вот начинают, да это ж гений был, да это ж он, ну такое он там, науку от числа делал. Ну прям вот так вот думаешь, нормально с балдой у людей или нет? Ну посмотрел я, есть работы Пифагора, оказывается нет. Ну нет. Пифагорейцы, целое направление, вот наши греки, там Аристотели все, Платоны, ну такие же они умные, ну такие же они гениальные. Я говорю, ну и чего они принесли, кроме вот этого бреда, который вы несете, просто-напросто? Оказывается, ничего. Вот логика знаменитого Аристотеля, ну посмотрела эту логику, ну бред полный. То есть он там специально некоторые вещи исказил, поэтому вся логика Аристотеля – это просто бред. Просто бред. Но ленивые мозги, они хотят даже читать. Я говорю, ну вы хоть что-то прочитали у Аристотеля? Вот понимаешь, вот они где-то слышат, вот ходят по таким тусовкам, там услышал. И вот у него, значит, мозги, о, у меня эрудиция повышается, у меня сознание расширяется, я могу и контактировать, и мне знания будут приходить. Откуда там Сириуса, там, что там, Кассиопея, ну, хватает придурков. Я говорю, я на таких придурков, когда учился в мединституте, в психиатрической больнице насмотрелся. Там у нас всякие были, и контактеры, и что-то это. И вот, или, я не знаю, вот после 90-х годов позакрывали эти все психиатрички, что вот эта вот вся срань, появилась. Смотри, вот работать не хотят. Доклад будет назван «Мужчины и женщины». Опять в комментариях напишут, тема не раскрыта. Вы говорите... Как это не раскрыто? А я о чем говорю? Об Аристотеле, Пифагоре. Так это что, не отношения мужчины и женщины? Аристотель, Пифагор. А вы хотите, чтобы я рассказал о сексуальных отношениях? Нет, взаимосвязи. Как это? А какая взаимосвязь? Я уже сказал, что мужики, за 7 тысяч лет женщина непонятно в кого приведет. То есть женщина утратила свой... Как должно быть? Давайте свой знаем, социальный, как есть. Как женщина утратила свой социальный статус. Она себе вообще не чувствует женщиной, по идее. Я уже на прошлых лекциях говорил об анаргазмии. То есть вот эта цивилизация характеризуется тотальной анаргазмией. То есть женщина не может рожать продвинутых нормальных детей только лишь потому, что она не оргазмила, она не испытывает вот это состояние. И что бы там нам не рассказывали. Этому учат уже все, чтобы мы продвинулись в этом плане. Да никто там ничего не продвинулся. Раньше в 90-е, 80-е, 70-е. Ну подожди, ну
вот в советское время я пошел. Советское не было. В советское время. Я пошел, послушал, там у нас были уроки полового воспитания. Думаю, что же они там рассказывают, да? Ну да, значит, стоит муляж фалоимитатора. И значит, подходит и натягивает на этот фалоимитатор презерватив. Это называется у них половое. Да. Это у них половое воспитание. Да, вот это воспитали. Сейчас появилась порнуха, которую я люблю смотреть, да? Эротика, да? Казалось бы, женщины. Борис Георгиевич, вы чего? Вы говорите об отношениях. Я говорю об отношениях. Сейчас бабы, да, уже не знают, что делать. И жопу вот так вот показывает. Это в ваших фильмах, жопу показывает. А мужики на них не реагируют, понимаешь? Ну просто не реагируют. Боря. Ну потому что они пришли к тому, что... научный доклад. Они больше... Правильно, естественно, научный доклад. Естественно, научный. Они пришли к тому, что, по идее, друг с другом, да, то есть, занимаясь анальной мастурбацией, они больше удовольствия получают, чем от этой женщины. Ой, кошмар. Вот и все. Отстроение нервной системы. Если мы будем постоянно раздражать какой-то, ну, допустим, нервный пучок, он потом в итоге перестанет реагировать. То же самое здесь. Когда слишком много всего открыто, уже не вырабатываются те нужные сигналы, какие должны быть. Речь не об этом. А просто о чем? Если вы смотрите фильм, для примитивного, для примитивного человека, я не хочу... Я, понимаете, вот говорю о примитивном человеке. Для примитивного человека не характерны всякие этические, моральные, но для него примитивно одно, собственно говоря. Просто брехать, лгать и заниматься имитацией во всех отношениях. Кстати, в сексе тоже имитация. И мужчина имитирует, и женщина имитацией занимается. Так вот, я в одной из лекций говорил, да, что существует в шведском диске, да? Да. Говорил, что существует 4 вида мастурбации. Да. И вы от них не денетесь. То есть тысячи лет назад уже в шведском диске об этом написали. Там нарисовали, не только написали. Там даже нет, там, допустим, нарисованы другие вещи. Хорошо, а в каменном веке как-то? Что? Тоже в каменном веке? Ну, был такой же человек, и этим, конечно, и этим занимались. Тоже грешили этим. Да, так не грешили, это не грех. Это естественно, нормальные сексуальные отношения. Нет, я про имитацию. Между мужчиной... А имитация, это вот когда мозги лени уже засраны, да, то есть кукожены, да, вот они начинают там в школе, сидит вот такой вот мумро, там до 10 класса, он только двух слов сказать не может, да, а в институте то же самое, да, я вспоминаю, оно сидело, да, вот у нас в мединституте, сидело, и вот это, ой, чтоб меня не спросили, ой, ну пусть пронесет, и вот так вот 6 лет. Вот 80%, вот таких дебилов, 80%, представляешь, да? Вот 80% врачей, дебилы, просто дебилы. Так, собственно говоря. Врачебная этика есть? Хорошо, с этим... Какая это врачебная этика? И вот придумывает, о, клятва Гиппократа. Какая? Дело в том, что вообще такого придурка не существовало. Клятва Гиппократа. Я говорю, ребята, вы не о клятве говорите, оплатите врачам лучше деньги за их работу, а не клятва. А то так, ага, ты клятву давал, значит, давай на халяву бесплатно работать. Вот я в советское время на халяву отработал, да? А сейчас все смеются и говорят, придурок, да? О, ты закончил мединститутом с красным дипломом, а мы вот на троечке там жопу там сидели, там мозолистая красная жопа у нас, да? И вот мы там сейчас министры, там президенты, извините. А ты кто такой? Борис Георгиевич, с этим вопрос. На деторождаемость же это никак не влияет. Мы сейчас говорим про яйцеклетку. Речь идет не о рождаемости. Мы про яйцеклетку. Речь идет о качестве, да? Если женщина анаргазмична, если женщина... Это же не влияет на деторождаемость. Не, вы еще не раскрыли тему, скажем так, бесполых состояний, а даже гермафродитов. Да ладно. Я дело в том, что не случайно говорю, что для примитивного человека не характерно вот это оргазмическое состояние. Просто оно даже не понимает. Я уже об этом говорю, наверное, лет 20. Оно даже это приматы. Да, они даже не понимают, о чем я говорю. Так вот, пока женщина
не научится, а этому нужно учиться, пока не сформирует у себя в башке вот эту оргазмическую доминанту, она никогда не родит породистого человека. Да, будет вот этих дебильчиков рожать надо их, узколобых, извини меня. А гении? Да плюс, да какие там гении там, это вам рассказывают гении. Я уже говорил о Кеплере, гении, да? Я уже вот, о Менделееве, гении, да? Вот гении, ну сразу, ну в общем-то это, ну вот гений, да? И вот эти пересказывают там, ну какой был Менделеев. Да мне не интересен этот человек, он жил там 100 лет назад, но туда ему дорога. А вы вот это втягиваете, да, вот этот вектор, вот туда в прошлое. Без, не знаешь, вот навязывает, да что? О, без прошлого у нас не будет никакого будущего. Мы должны освоить то, что там наши предки там что-то создавали. А что не создавали? Ничего они не создали. Ну нет, ничего, все. Вы как эволюционист рассуждаете. Конечно. Правильно. Конечно. Вы эволюционисты. Ничего не создали обезьяны. Нет, наоборот. 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 И мы от них рассуждаем. Я эволюционист наоборот. То есть инволюционист, да? Да вы сказали, что не эволюционист. Так вот, вектор направленности вместо будущего. Вместо будущего. Сейчас я закончу и будешь рассуждать. Да уже пора закончить-то. Ну я ж не мешал тебе. Мешал все равно. Ну я ж не слово. Сейчас включим и посмотрим. Вот он читал. Сколько он раз читал. Мешал. Опять. Ну придумаешь, фантазируешь. Так вот, пока у нас, пока человек не перейдет на смысловой языковой уровень, пока у нас женщины не сформируют вот эту вот оргазмическую доминанту, то есть пока у нас уровень сексуальной культуры не поднимется до вот этого языкового уровня, а без этого ничего. То есть это все невозможно. Все остальное это пустые разговоры. Это вот так вот собраться, поговорить там. Ну ни о чем. Ну просто так вот хочется. Почему? Потому что мозги в голове одна извилина. И вот оно с этой своей одной извилины, ну вот хочет что-то показать свою значимость. Многие блефуют, чтобы, ну вот человека, вот как на крючок, допустим, берут человека. Вот допустим, да, вот занимает какое-то положение, и вот люди все хотят дружить с теми, у кого деньги, у кого какое-то положение есть. С нищими никто дружить не хочет. Хотя это тоже, я же говорю об отношениях, с нищими дружить никто не хочет. Вот этот, как говорится, с голой жопой стремятся к тем, кто их эксплуатирует. Хорошо. Это закономерный, процесс. Как друг другу мужчину и женщину выбирают тогда? Ну, к теме, если вернуть. Давай, как выбирать? Принцип один и тот же. Или каким был советское время смотрели, допустим, если парень, да, а у нас как, вот поступили на первый курс в мединститут, и ребята стали выяснять, значит, чья девчонки и чьи они дочки, да? И вот выбирают, как только выясняют, что там папа, там, условно говоря, в областной партноменклатуре был, или там ректор, там, или директор, или еще чего-то, все начинает к ней клеиться. Вот начинает клеиться, она их вот так вот гонит, они к ней лезут. И вот устойчивые, да, такие твердолобы, вот добивались своего. Вот, допустим, выходили девчонки там, значит, где-то у нас уже браки, да, стали осуществляться, где-то вот к третьему курсу. Вот первый, второй, третий. Вот по этому принципу, да? В принципе. А потом после третьего курса начались разводы. Ну почему? Ну, дебил есть дебил. Ну и все. Посмотрели, пожили вместе, но человек ничего собой не представляет. Сейчас принцип другой. Сейчас, если коммуняки не смогли, допустим, своих детей как-то изолировать, то есть они учились в институтах, школах и так далее, то вот эти вот приматики, да, вот это вот чмо недоделано, они своих детей перевезли за границу. Типа вот там пусть живут, между собой сделали, по идее. А ты не считай, вот то сиди, как говорится, мастурбируй и получай от этого удовольствие. Сейчас, извините меня, никто не может, в общем-то, вступить в брак из ребят. Просто-напросто. Почему? Ну, потому что 80% у нас нищих. Это дети нищих. Вот и все, так называемые кухаркины дети. И у нас кухаркиными, а что такое кухаркины дети? Он говорит, да, это вот, там это дети кухарок, там это дети, да ничего подобного. Это кухарки, это наиболее эксплуатируемый класс. Так вот у нас кухарок превратили в врачей, учителей, инженеров, ученых и так далее.
настоящих ученых. Я не говорю о том, кто у нас сидит в Российской академии наук, кто там, извините меня, жопу там целует этим, вот этим всем придуркам, понимаешь? Там. И естественно там защищаются. Вот у меня родственник, доктор наук, так он говорит, в советское время у нас во всем Советском Союзе было 200 академиков. Сейчас только в Российской Федерации 800. Ну и что дальше? А дальше они ничего, то есть получают бабки. Просто получают бабки, получают там какие-то стипендии, там, вознаграждения какие-то непонятные. А что ты получаешь? А что ты получаешь? Ты ничего не сделал. Вот если проанализировать взять академика любого сейчас современно и сказать, парень, а что ты сделал? И вот он, я могу точно сказать, что 90% вообще ничего не могут сказать. Да вообще не скажу. С ними, Борис Георгиевич, отношения, да, мужчины и женщины, ты раскрой. Нет, так неужели? Секреты. Так вот, отношения. Да. Мне всегда нравится, вот когда говорят о любви. То есть, вот оказывается, то, что я говорю, значит, искали, да? Значит, получается, это мальчики, мужчины превратились в альфонсов. То есть, ну и, соответственно, девочки хотят ребят, у которых тоже бабки есть, да? Они открыто уже об этом говорят. Если ты там не хочешь, там не можешь заработать там 200-300 тысяч рублей, то не подходи, там я с тобой разговаривать не буду. Вот наплодили вот этих проституток, да, так называемых моделей, да, которые там ищут только богатеньких и крутятся возле богатеньких. Ну ладно, этот вопрос мы оставим, это веление нашего времени. Меня всегда удивляло хрюканье о любви. Да вот, я его люблю, я не могу без него жить. Я не могу там, ну, вот любовь. И поэты у нас о любви пишут. И литераторы у нас уже сколько там об этой любви понаписывали, да? А я говорю, является любовь тем фактором, который фактически соединяет браки на самом-то деле? Или это тоже игра самая настоящая? Оказывается, это игра. Почему? Простой пример. Вот я вспоминаю, учился в школе, вот мои ровесники. Да все были ребята спортивные, извините меня. У меня, допустим, уже к окончанию 10 класса, у меня 5 или 6 разрядов было. Я уже не говорю о ребят, которые там в чем-то специализировались, там становились мастерами спорта, кандидатами наук, там гимнастикой занимались, там боксом занимались, борьбой занимались. То есть здоровые были ребята, да? В институте та же самая ситуация. И вот, блин, я уже закончил институт, начал работать, работал я на скорой помощи 10 лет, потом в институте, но речь не об этом, я о другом хочу сказать. И вот я прихожу в конечном итоге, что вот эти молодые, здоровые ребята, которые были там, ну не были качками, а в принципе были физически развиты, да? И вот вдруг мне, вот где-то после 40 повыходили, женились, собственно говоря, любовь, там, поднарожали детей и так далее. И вдруг где-то после 50 лет начали сыпаться все. Все становятся больными. Я задаю вопрос, ну не может такого быть. Женщины, извини меня, ну у нас, ну не занимались спортом, ну единицы там они занимались, в основном, там, красивая девочка, она считала, зачем мне там заниматься, бегать и так далее, если у меня спрос, да, то есть найдутся ребята, которые там меня подхватят, да. Красивая девочка бегать? Но они не бегают, вот как раз они, то есть спортом не занимаются. И вдруг оказывается, что статистика, у нас оказывается, у женщин более продолжительный период жизни, чем у мужиков. То есть если у нас, допустим, в советское время продолжительность жизни у мужчин было где-то 70, ну чуть больше, у женщин 75-76, то есть они дольше жили. Я начал задумываться, а почему это произошло? Ведь мужчины более развитые, мужчины более спортивные, мужчины более здоровые. Я имею в виду во всех отношениях, в плане силы и в плане вообще до здоровья. И вдруг вымирают, как мы говорим. Я пришел к очень интересному заключению. Я опять, чтобы меня в том не критиковали, я не говорю о всех женщинах. Но дело в том, что вот это хрюканье любви и потом вот эти отношения, в конечном итоге приводит к тому, что отношения вот этой вот любви, так называемой, почему-то стираются. И женщины потихонечку, не хотят там уже на старости лет трусы стирать, там, готовить и так далее, да? Начинают где-то после того, как уже родили детей, дети уже подросли и так далее, они начинают просто-напросто мужиков подтравливать. То есть ходят к бабкам всяким, ходят к деткам, да кому только не ходят. Вот эти книжки читают, в интернет вот этот лазят, где там сплошь и рядом вот этот бред.
бред этот написан. И потихонечку из-за большой любви к своему мужу, потихонечку его потравливает. И я смотрю, извините меня, мужики 50 лет, инфарктники, инсультники, блин. Откуда да. такая информация? 60 лет, это мое исследование, мое наблюдение. Так вот, мужчины, обращаюсь к вам. В принципе, женщины более, сказала мне одна женщина, уже пожилая, говорит, да женщины это пираньи. Я говорю, я согласен с вами. Они скрыты, да, они более слабые, они вроде вот там скрыты, они вот такие вот это, ну, на потихонечку, мужичку там, а как травят? Ну, подсыпают туда чего-нибудь там. Что? Мышьяк? Определять нельзя. Нет, так вот я мужикам говорю, ребята, поднимайте сейчас вопрос о том, чтобы создавали специальные токсикологические лаборатории, чтобы вы могли пойти и провериться, есть у вас что-то или нет. А что, почему? На что проверяться? Как только... Скажите, то на яды. А, на яды? Ну, конечно. Ну, естественно. Но органические яды-то очень тяжело проверить. Естественно, соответственно. Я говорю, это нужно даже для того, такие лаборатории открыть, чтобы бабы немножко задумались. Дело в том, что в средние века, вот почему там их на костре полили и так далее, и так далее. А потому что, извините меня, одна баба где-то 2000 мужиков траванула. Княгиня причем, извините меня. Это сплошь и рядом было, вот эти вот так называемые их бесноватые. Вот они такое творили, причем, когда за этот вопрос, то есть, начали их палить, соответственно, это прекратилось. Почему? Ну, стали бояться. А это поголовное было. «Молот ведьм», есть такая книжка, почитайте. Почитайте, что они там вытворяли, эти уроды, соответственно. То есть, женщины, это, извините меня, да, я понимаю, вот мужик, хотим этого или нет, он эксплуатирует, она обиженная ходит. Просто сейчас какую-то инструкцию для применения вы даете зрителям, понимаете? Нет, так я говорю, мужики, это серьезные вещи. Я не говорю о всех женщинах, я говорю, в принципе, это. И вот что интересно, вот похороны мужика это, и вот жена... Ну, убивается. Ой, я ж тебя так любила. Я ж тебя так это... А я сразу говорю, вот это точно траванула. Это 100%. И вот она и волосы на себе рвет. Да как же я без тебя буду жить? Да как же я буду без тебя это? На самом деле, это вот такие существа. Это вот такие отношения между мужчиной и женщиной. Это на самом деле. Да. Женщины не хотят на старости лет себя обременять. Поэтому побыстрее от мужиков избавиться. Не надо готовить, не надо, она себе прекрасненько живет, спокойненько и так далее, и так далее. Дело в том, что вот среди мужчин я такого не видел, чтобы мужики травили. Но это уже, если хотят избавиться, там, это уже другие вопросы, на другом уровне. Но для мужчин это не характерно. А для женщин, да это извините меня. Но я не могу точно сказать в процентах, ну, почему? Потому что это надо серьезные исследования проводить. Но то, что 50% у нас женщин травят мужиков, это 100%. Но это даже к бабке не ходи. Вот поэтому, да, вот я когда с мужиками разговариваю, ребята, ну у вас уже деньги появились, да? Вы их тратите на эти жопы, на голые это, на этих проституток, извините меня. Ну стало вам это, они сами к вам липнут. Почему? У вас деньги есть. Ей не нужна, вот они о любви говорят, да не нужна ей любовь, ей деньги надо. Она хочет жрать и это, ну ладно, не буду грубо говорить. Это ее сущность. Дело в том, что если посмотреть, в принципе, вот эти взаимоотношения мужского и женского начала, то у тараканов там и, соответственно, членистоногих и так далее, там вообще для мужиков, то есть для мужской особи, там вообще жизни нет. Там эта мужская особь живет до тех пор, пока он не оплодотворил эту женскую. А потом просто-напросто эта самка его сжирает. Нет, он иногда приходит к самке с едой. Она поест, и бывают случаи, когда... Но это редко. Если он пришел с подарком... Ну, пауков, какая разница? Я говорю, членистоногих. Какая разница? То есть, это сущность женского начала. То есть, да, для продолжения рода, она просто-напросто его сжирает. Я говорю, ну у мужиков у нас немножко другая ситуация, мы более вроде бы совершенные, более развитые существа. Но если о сущности, да, говорить, то у нас то же самое. Фактически она выходит замуж, и фактически мужика она доводит вот до вот этого смертного одра. Все.
это, я понимаю, это женская сущность, но мужчины, мужчины должны об этом знать. Вот как только заведутся такие, откроются такие лаборатории, да, женщин сразу меньше, то есть, начнут думать, извини меня, а если он пойдет? Он вроде бы дурачок такой, а все женщины своих мужиков считают идиотами, дураками, понимаешь? Мужики считают женщин идиотками, дурными, да? А женщины считают своих мужиков дурными, понимаешь? И они знают, что это безнаказанно. Почему? Да ты никуда не пойдешь, этих просто лабораторий нет. А если есть такие лаборатории, то надо начать бешеные деньги платить. Сейчас за один анализ, допустим, чтобы определить, какой я-то еще такой, там, ну, я не знаю, 2 или 3 или 5 тысяч надо платить. Ну, у некоторых мужиков, особенно если он нищий, у него таких денег нет, он не пойдет. Да у них даже, они настолько тупые, что у них даже мысли не возникают. Вот я открываю вам глаза, и, пожалуйста, думайте, в общем-то, как из этой ситуации выходить. Хорошо, почему? Борис Георгиевич. Потому что эта ситуация очень серьезная. Ну, да. Это очень серьезная ситуация. Я говорю, вы мрете, как мамонты, вы сейчас вообще не доживаете до 60 лет. Вот сейчас говорят, вот там, Горяев, там, я не знаю, еще 50 не было, загнулся. Я говорю, ну, естественно, по идее. Вот там еще кто-то там, какой-то Дегтяревый, тоже там где-то 60 лет нет. Кто там, Пыжиков Саша, да, по-моему, тоже там рано ушел. Я говорю, что вы ищете, и прежде всего интересно, его убили. И никто не говорит о том, что это жена могла его просто-напросто грохнуть. Борис Георгиевич, никто... стоп. Когда вы фамилию называете, значит... Ну, не будем, да. Отношения, где люди любят друг друга до старости, вы прям все так это... Для примитивного человека это не характерно. Ну, для примитивного человека не характерно. Честность не характерна. Это стремление к Богу, знаниям. Они все примитивные человек, конечно. Так цивилизация примитивного человека... Для них не характерно, условно говоря, они имитируют познание истины или Бога. Они хотят Бога познания. То есть они являются христопродавцами и богоборцами. Просто-напросто. И это должны понять. Вот почему-то не хотят этого понимать. Вот возомнили себя непонятно что. Ребята, чтобы стать породистым человеком, а женщина должна быть что? Породистая. Испытывать оргазм. Чтобы родить соответствующего ребенка. Пока женщина анаргазмична, ничего не будет. Вот этих вот дурковатых приматиков, вот будет рожать. Вот и все. И при этом говорить, ох, какой у меня ребенок умный. Ох, ну прямо это. А сплошные индиго сейчас. Ну сплошные индиго. А какое индиго, если оно дебильное, сидит, вот так вот ногами дрыгает, у него усидчивости нет, памяти нет, но оно индиго. Это СДВГ-синдром. Оно общается. О, абстрактное мышление ему развилось. Я говорю, какой ты, говорю, на себя посмотри. И такой же самый ребенок. Ты другого родить не можешь, по идее. То есть это серьезный процесс. Без этого. Вот эта примитивная цивилизация вавилонской блудницы будет продолжаться. То есть человечество находится в блуде. Но об этом не хотят говорить. Да, человечество, я уже говорил, да, в прошлой лекции, что-то тотальный вампиризм. Почему? Потому что изымается труд. Человек является носителем труда. Труд – это божественная категория. Труд и душа – это синонимы. И вот эти ребятки, в общем-то, довели человека до того, что, извините меня, тотальное рабство. У одних, как говорится, прет миллиарды, там, миллионы, а другие по помойке ходят. Нам же никто не говорит, за сколько вот с 91-го года у нас стало людей, которые стали, в общем-то, питаться с помойки. Молчат. А если это взять по стране, это миллионы. Это потенциальные смертники. Они вымрут. Они просто-напросто вымрут. Просто-напросто. И не доживут там, условно говоря, там, до 60, до 70 лет. Просто не это. Поэтому... Да, я по молодости лет наивный был, вот я хотел спасать человечество, да, у меня был стимул, мотив, да, я должен учиться хорошо, для того, чтобы потом, значит, помочь людей, условно говоря, образовывать их и так далее, и так далее. А теперь я понял, да невозможно это сделать, просто-напросто. Это проблема каждого человека, то есть каждый человек должен понять, что он занимается имитацией, как мужчины, так и женщины. Отношения у них лживые. Потому что это любовь, это просто слова, которые для них абсолютно ничего не значат.
Ну, посмотрите, не будем сейчас далеко ходить. Возьмите там, допустим, сейчас современные там люди, у которых там, которые себя мажорами называют. Вот сейчас, кто у нас там деньги? Спортсмены там получают, и актеры получают. Там, мне когда говорят, там, ну вот, извините меня, там за один день съемок там 200 или 300 тысяч там, рублей получат, и так далее, по идее. Так возьмите, у них по 4, по 5, по 6 браков. Знаменитая эта, она уже, о ней, наверное, можно говорить, она уже умерла, Тейлор, да? Сколько мне, 7 или 8 браков. А какой любимый будем говорить? Ну, какая любовь, ребята? Любовь. До гроба. Любовь до гроба. Извините меня. Вот она, любовь до гроба. Да, до определенного периода все это хорошо, нормальные отношения. Как только уже мужик не нужен, уже, собственно говоря, да, в сексуальном отношении уже не такой, как был, да, боец, в принципе. Да, вот надо за ним ухаживать, надо это, а не хочется. Ну, мужчины так же делают, они женятся на молодых. Мужчины тоже так же, жена старая, больная, женится на молодой. Ему-то проще, Какие женщине. Нет, какие просто мужчины? Ты говоришь, что травят, и бедные мужчины вымирают. А когда мужчина видит, что женщина уже непривлекательна, он просто меняет ее на более помоложе, и все. Об этом-то тоже есть. Нет, так и я это не отрицаю, но я почему говорю, что мужики на более молодых? Они менее опытны. Потом, какие мужики? Те, у кого есть деньги. Ну, ты видела, чтобы нищий мужик там 3-4 раза там, или 5 раз, причем женился, ну, не на бедных девицах, а девицы тоже там с капиталом, или папы, там, или мамы. То есть это говорит о том, что каждый хочет, но не может себе позволить. Ну, хотеть-то он хочет. Если бы у него были деньги, он бы поменял, правильно? Ну, естественно, так вот, почему человек нищий и говорит, вот они богаты. А потому что этому богатому дали возможность воровать, а ему нет. А слушайте, вот такая же, дай ему возможность воровать, он бы воровал, таким же самым был бы. То есть в том-то и дело, что не меняется сущность. Что ты нищий, что ты богатый. Сущность твоя не меняется. Ты быдло, ты скот. Вот и все, сущность твоя не меняется. Не суть, откуда берутся деньги. Мы же не про это говорим. Не важно, откуда берутся у мужчины деньги. Нет, да? Важно. Нет, как это важно? Варюга и барыга. Вот и все. Паразиты, которые не хотят работать. Кстати, я все время предлагал, вот рождается ребенок, есть там определенные, в общем-то, в геноме есть определенные маркеры, да, которые выявляют от этих уродов. Ну так, естественно, мне сказали, Борисович, ты чего это такое, ты там придумываешь, чтобы мы, что, это, со дня рождения уже определяли, а кто будет, извини, паразитом? А сейчас это уже пытаются делать. А кто будет вампиром? Да это уже сколько это пытались, уже... Евгенику возьми, сколько да, ты ничего не дело не везде. Уже седьмой час, да? Ничего не получилось. Все, ладно, ребятки, а то это можно долго и нудно говорить. Александр, я заканчиваю по этому поводу. То есть то, что я хотел сказать вот мужчинам, что мужчина, будьте осторожны, будьте внимательны. Так, а вы? Да, Лиза, вот вы же 50 лет. Вот не случайно мужики женятся на молоденьких, да? Потому что он чувствует уже интуитивно, что его, в общем-то, женушка-то, извини меня, потравливает. Молодая то не будет. Будет, учитывая, что у него деньги есть, она фактически лет 10-15, допустим, не будет его трогать. А эти уже все, это кончено. Так, Борь, все, ты уже повторяешься, спасибо. Спасибо. Ничего не рассказали про бесполое состояние и про гермафродитов. Тема не раскрыта до конца. Тема не раскрыта, потому что надо все состояния. Ребят, это я вам. Гендер состоит из четырех. Это вы.